Ладно, давайте, короче, удачного рейда. Давай. Я пошел. Все, у меня у всех. Давай, Никит. Давай, Никит. Просто придется тебе потанчить. Походу. Ты что-то танков не вижу. Так, ребятки, я добежала. Можно пока формируется на минуту отойти? Как ты не видишь танков? Я вижу троих. Если ты уже внутри инстанса, можно, да, отойти. Я прям уже у босса, да. Ты что, перепутал? Вары не танки. Ну, тогда одного. И то это ретрик единственный, да? Да. Чего, что? Что там в ретрике? Танков нету, блядь. Вы мне не доели с начала недели, блядь, как сделали фиксы по ретро, ни разу. Хрен вам, а не танк. Вот, я так же и говорил им. Поэтому а ты танкуешь? Поэтому йоту, заходи в рейд. Ну, точно он будет танковать, а не какой-нибудь дамаг. Миродвара еще, блядь, до кучи. Ему там дамажить хуй. Куда Мосс делся? Он написал то, что у него работа, и ему надо уходить. Ёпта. Ну что ж, Нуэн, я тебя поздравляю. Ты сегодня хил. Изи. Он забрал тогда хиловскую чешку. Теперь же. Тури потестит хоть. Кому-то ноги и голова. Мак Локхант нужен. Можно суммон, пожалуйста? Что? Суммоните. Кто это говорит? Ты порешал? Что-то знакомый голос. А, это Тулимор? С лакера добав. Не, не это. Кто говорил суммонить? Тулимор, да? Да тут много кого можно суммонить. Да, например, разбойника. Разбойник. Суммони за 500 голд. Так, если у нас кого-то нету, сплетение кто-нибудь ролить будет? Жутен. Ты чё, два слота кого-то держишь? Ну, не знаю. Да. А есть кого закинуть? Ну, туда, блядь, я хочу. Штаны, Пол Рокшам, кому-то нужны? Штаны нет. Мне плечо надо. На 4-5. А перчатки ты же сказал. Не, перчатки я не против забрать, если никого нет. Я тут, спасибо. Ну тебе этот на рестора или на энха? Плечи на рестора, перчи там. Для чего этому раку давать не нужен? Короче, нихера не понимаю. Заклею. Короче, мне нужны только плечи, по сути. Так, танковская треня с гидрос кому нужна? Радвар, тебе, наверное, да? Давно я тебе не треню. Топовая треня. А мы этим составом пойдем? Да. А кому-нибудь нужно...
чест. Тут есть самый главный пылесос, вы все его знаете. Чест, но нужен кому-то? Мне не нужен. У меня нон-сетовый чест. На паладина уточняю. Что, это 5 на паладина? Ты 5 на паладина чест. Что на вас 5? Треню вон Мозера, да, ему пригодится, может сделать себе. А чего у Фусяо заметка пустая, что-то не подписано ничего? А он значки выходил продавать вроде. Йотун, у тебя 4-4 есть на танке? Угу. Подписываю БДК танк еще, у тебя в заметке. А ты нет, мне подписывать, я не танк. Не, надо подписывать. Нормально кидет там 20 танк. У тебя ФДК ДДшник или что? Что-то не вкурил? Или ты БДК был? ДД? Суманите Фисяо в ЗС, проверьте, есть у него КД, нету. Нужно больше ярости. Ставь в шкаф еще раз, сейчас куда-то шкаф провалился. А какие куски свободные в ЗС? Скажите мне, пожалуйста. На кого скажи? Неважно. Это... Таких нету. Таких не бывает. На друида точно нет. Нет, я вообще в целом спрашиваю. Обычно я за себя сказал. Маги, и за всех других. А все, что на мага, штаны, голова профарада продает, все, что сока, я продаю. Все, я поняла. Все занято. Там, ну, то есть, получается, только перчатки остаются маговские. Маговские перчатки. Ну, у меня, по крайней мере, никого в сети нету на них. У него КД, знаешь, с ДВ рейдом. Так, сумоним. Все, что есть, начнем. Все, что есть. Послушай. Кого-кого? Болвана? А, это болван. Че ты говоришь, где, блядь? Че ты Гевка спрашивал, не слышал я. Соедините, пожалуйста, нас на спасибо. Вот, ты мне напомнила голос одной девочки. Пиздец, ой. Главное, чтобы меня с другим именем не путали, да? Ты... А так, в принципе, пускай. Ой, ты обострёшь, ещё ГП дашь, нахуй, ещё нахуй потом пошлёшь. Кого? Чё, я в танке, да? Да, ну давай потанься, я послакаю. Так, а мне в ДД? Два танка сейчас. Это Войд и Редвар. А чё два протовара? Вон Йоту пускает вообще босса. Два протовара. Это лучше, чем один протовар. Вот это, блядь. Ты же знаешь, что, блядь, два протовара это ни о чем, блядь. В рейде вагон на пулу, вы разберетесь. Самовнушение это очень хорошая штука, так что два протовара это супер. Я в слово. Короче, на баф и пул. Лапу обновите. И каску прозвоним. Бабл, чего не хватает? Все, лапы нет. Эти каску. Сейчас будет, даем. Хорошо. Гевка, бабл, чего не хватает? А все, лапу бафнули уже. Все, ловите рыбеху. Кто на бусит? Я. Радвар. Спустись в воду и упрись спиной в деревянную балку, чтобы тебя не отбрасывало. Да, Санта. Вот тут, где я, поставь 3D-метку кто-то, звездочку. Thank you.
слишком далеко. Даже резьбить никого. Трэш не пулит, пока лут не раздам. Мне нужно. Соло не особо даже босс прибивал. Ты как в рыбака, блядь. Нужно подойти поближе. Кирс ассист дал. Фраг, ты чё там, Хардстоун играешь или чё? С байерами переписываешь, чё тебе надо, Сова? Да, хорош пиздец. Сидит, наверное, Хардстоун играет. Можешь проверить. Гена, давай, ты сегодня дамажишь за меня и за себя. Ага, нихуя ты придумал. Смотри, апнули сову, значит кто-то должен слакать, чтобы ДПС оставался такой. Готов решить ваш спор, Евка за меня тоже тогда дамажит. А хуй, может я тут один посижу так? Ну, потей за троих, ну чё ты. Это злюка. Отличный план, мне нравится. Я еще хотел типа Даркису отвечать, типа, ну шо, где Локи в рекаунте? Я его не наблюдаю сейчас. Следующий моб идет быстрее ДПС. Ну так он с нами же только в хэмк, хуй. Даркис умный, варлок, он сбежал от проклятой совы. Так, на перчатке Лока я тоже нашел бай. А, хотя нет. От коронавируса надо вылечиться. У него на око надо. Тогда нет. Перчатки свободны. Мне кажется, не стой близко ко мне. Давайте сразу сзади моб идет, ловите моба сзади. Давай. Давай, лови моба. Какой? Хуёвый. Давай бабу дамажишь вместе. Я не пойду, потому что там сова. А-а-а, понятно. Моя школа. Что началось? Стало жирное, блин. Весь проход закрывает, да? Не можно. Через сову не пробиться. Сову фапнули и все, в себя поверь.
Помалкивай. Надолго ли? У вас там коронавирус, ребята. А что вы делаете? Они бегают с коронавирусом. Маски не надели. Че? Маски, да. Перчатки не надели. Гена, я тебя спасла. Ну, плюс 50 на 50. Но все равно спасибо. Вага, быстро закидывай себя в мою пати, у меня тотем. Центей, йотун, торт. На вас коронавирус, внимание. О, кончился. На мне нету ничего. Это повезло. Газрон как в воду глядел. Почему коронавирус, блин? Почему не ебола-то? Потому что сейчас это актуальней. Я ну, давай. Там. Потому что от ебола умирает только чё. Во-первых, кубочку. Сова, давай заряжай свой луч смерти. Блять, не надо! Ну, все дефы на сову. Почему второй пак? Ой, давай, ШВ посади. Как танкуется, присап? Ну да. Заебись, четко. Четко говоришь? Удар по дуге. Или у второй пак, когда, блядь, у протовара, блядь. Я не знаю, зачем они делали. А если по тактике, пожалуйста, по как бы прижимаешь первый, а не второй. По тактике говорит, старпал прожимает. По гайду. По гайду. Гайд от дизурона. Ну, в итоге, что самое главное, танки живы, да? В итоге просто Гена сагрил. И повернул пак в рейд. Ну, на тебе гро было, окей. Ну, и потому что они стали агрить. Так он там коником, боливаном и на Микадзе 3 целых роги на пулу. Они одним вихрем 10 тысяч мобов на пулу. А, вот, понятно. А, он на меня бежит, а почему я не удивлен? Короче, в конце еще и роги виноваты, да? Ты его специально ко мне подвел, чтобы мне еще эту фигня начала изменить? А, он нормальный. Пласку на ману выбрал, и с нее подпрокнул на армор. Ладно, посмотри здесь. Сейчас. Ну вот, послевай... Я мог на брать на понижение. Вась, послевай, посломался, что я буду переживать. Так и не починили? Нет. После каждой смерти надо перебивать это 4, а потом обратно. Ген, не хочешь завтра в ДВР рейдзи глянуть? ДВР рейдзи завтра выглядит, там куда? Ты чего, на что это? Там лич живой стоит еще. А чё, кстати, Джаймон не запустили? Должны запустили. Были. Запустили. Я бы посмотрела на новенький Джаймон. Мне интересно, что там делает. В ДВР не получилось запустить. В ДВР не получилось до него дойти. Немножко другая. Нет, 3-4 дня в рейдах не было вообще, блядь. Нахуй, я не знаю. Не на своем месте. Мне понравилось, как вчера Элдрил сказал. Хилы это сговор ли. Сговор группы лиц. Группы лиц, да. Кто где так и будет, ОПГ, да?
Совиные ОПГ. Филовская тут, по всей видимости. Это ПС. Организованный преступный жалоб. Вот никто не говорил ОПС, про преступную. ППС, да? Никто не говорил про преступную так-то. Господи, теперь персонаж у меня медленно идет, он не вырубает. Чё правильно, гоблин маленький, ножки маленькие, должен медленно передвигаться. Маленький, но быстро. Раз-два, 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 понимаешь? Тормуй. Да, абсолютно. Промахнулся. Ну, тут половина анимешников какие-то масленицы рассказывают. Я даже знаю одного. На F начинается. Или Пуму Фарада. Вот этот талисман бездны стоит. Сантейч. Это ответ, наверное. А я просто смотрю, что-то у меня как-то быстро проки заканчивают. Не, у меня без проблем, я на другую тринку поменяю. Дарки, я не ты, мне все равно. Я тебе хуяр просто поставлю. Да, конь уменьшили на 15 секунд. Даркис, хочешь поделюсь? Ой, я чуть ДП не получил, я чуть на воронку не имею. Столько. Зря воронки рулите, очень зря. Ты всегда сказываешься. А там не ты рули. Мы же разраливаем. Я уже говорил, с этой недели воронки. Все равно уходят в ГБ, только я их раздалю людям, потому что на и так не достался. Зачем по нужде? Это за ГП, давай их и все. Пусть забирают. Невыгодно. 200 ГП. 200 ГП. Ну ладно, ну 400. Если советую 400. Йотан, что ты хочешь? А знать, что мне надо? Я пока не могу использовать эту способность. Лови, Редва. Стой тут, лови. Пиздец какой-то. Без интеллекта это, забитого вообще манна не резкая просто. С нашими танками восстанавливать я не успеваю. Сама выбил. Они кучнее. Бегут на стопом. Кучнее, сейчас лужи. Теперь Полина будет кричать, все в одну точку сбегайте. Поставьте ей череп и все. Сбегаемся обратно на метеор. Или трусы и будем кричать. Все в трусы. Как там говоришь, хуйня захилят, да? Да изи. Блин, только стаки пока набивал. Конь, ты же рога, почему ты это яда загнул? Стрел, блядь.
Сам себя траванул, что ли? Да, случайно дотронулся до оружия. Порезался, когда намазывал. Другой рукой корпусом тыкал и попал себе в руку. Да просто засыпал. Кто видите, вон, пример с Фарады, видите, у ДП есть, но стоит АФК. Он знает, что, блядь, царь. Кто играл в GTA? Есть такие люди? Прием нету. О, можно я обычно здесь Т4 одеваю, можно я по 300 тут Т5? Не знаю. Есть кто играл в GTA 5 тут? Блять, что, никто не играл в GTA 5? Только в Warcraft играете, что ли? В смысле, ну ты онлайн имеешь в виду или просто? Не, просто обычную. Ну, что ты хочешь сказать? У меня вопрос по GTA 5. Там как сделать так, чтобы пройти все сюжетные миссии, типа и по громкому, и по тихому ограбления вот эти? Никак. Второй раз игру создаешь и проходишь. Это хуево. Ну а что ты думаешь? Либо разве что, не уверен, но может быть, после того, как ты полностью игру пройдешь, тебя, возможно, можно будет миссии повторять. Но вообще, в целом, по-моему, ну никак. Либо так, либо так. Чё, кто на ком? Будет на боссе. Ретвар на демоне там есть получится. Все без изменений пока что. Короче, на баф и пул. Все на пулы на сову. Три... О, трое разбойников сгибают. Во время демона можно трикси на сову купить. Не-не-не, на этом, на обычной форме в сову, но все остальное на танк. Успокойте бешеную сову. Дискон? Нет. Просто... стопудово из анимации совы. Thank you.
Да есть такое, да стопудово какая-нибудь анимация. Я могу не громко говорить. Не хильте моего, не хильте. Кто за пуху? Подавал фиксы, мое уважение. Блин, пытаешься эту сову передамажить, все равно 2 ляма. Ой, тут бипл бегает. Меня он сразу пропал, короче. Я хуй его знаю. Бабл, не волнуйся, я тебя успокою. Проси. Пойду, пойду, отвечу на телефон, что-то свое. Не поднимай телефон, там сова. Вась, ты несколько раз захилил моего моба, я его убить не могу. У меня вопрос, а у всех он же... Это... Так, ладно, главное Неликса и коня обогнал. Да, на то, что у совы за дама? Они что, душу взял? Не почувствовал. Вась. БГП дали, если бы я его не убила. Куда там Неликс свалился? Нужно подойти. А можно еще УВС? Кирс, короче, мой не отвечает. Чисто по боссу. На тему. Го! Вага, кто еще перчатки ролил? Написал, что зайдет и пропал. Много кто. 5.95 было. Ну, просто кому-то может быть нужнее, но успех. Можешь разролить, если хочешь отдельно. Да я сейчас, ну, разролил, да. Использовать эту способность. Боль, есть этот ринг? Нет. Бери. Если дадут. Где все? Очень хорошо на НХ заходит, кстати. Девка, цунами, да, тебе тоже на третий спек? Цунами на четвертый. Четвертая? Не, я пылесос, я ролю все, а так как бы есть кнопочка. Ну там кнопочка есть, третий спек. Да? Вага, делай четвертый. А то тут всякие девки приходят. Я по привычке тыкнул себе. По ролу, по линии, да, я навыгрывала. Перчатки остают. Эх. Мне уже написали, кто с тебя хочет сделать. Мне только на шамана на все куски есть. Он сейчас целка, поэтому я даже писать не стал. Если там вдруг ноги кому-то не нужны, могу его спросить. Да, байер на ноги есть. Я смотрю. А, хорошо. Может кто отпишет. Вась, там просто отец хочет на форум выделить тему, надо будет потом подписаться. На тему? На тему печать не работает. То, что он багается после смерти? Да. А Гевка разрулил. А там писали уже. Дезерон писал, что он посмотрит, что можно сделать. Он пока просто понять не может, из-за чего это. Ну, если верить тому, что он писал.
стену. Смотрите, насчет перчаток. Оно там на второй играбельный стен. Мусоровый. Какие у вас куски тогда чисто стоят? Йота на первый. Телмор тоже первый. Блин, ну давать на протовары, это то же самое, что просто в боссе стрелять, по-моему. Ну так может тогда в ДДС... Я в протоваре могу только войны видеть. Специально для проклятой совы появилась новая кнопка. Четвертый спик. Я ж, блядь, пылесос. Ты понимаешь, сколько к тебе чести? Я по-доброму это я. Сколько чести, что даже кнопку вторую сделали. Я сова вообще. Это Вага, сделай отдельное звание для совы. Пылесос? Пылесос. Пернатый пылесос. Между прочим, Амир, у меня никак у себя. Три спека играбельные, а четвертый формирует. В смысле, у меня играбельный Энх Full Beast. Блять, скажите, Дактус, кто видел этого рака в Энхе? Просто. Плюсик в чат поставьте. Кто видел, или кто вообще знает, что сборн есть Энх? С год назад в Энхе один раз. Вон, видишь, Гена, все понял, да? О, один на солнце только, да? О, видишь только. Один раз Карри на опере видели тебя в Энхан. Тулимор, Кирсгорн, Тулимор. Между собой как-то рядом стоит, сука, коннект. А кто знает, что у Гевки есть танк? Не знаю, на мне нет. Я знаю, я видела. Ой, да там такой танк, что... 6 топов поставишь ему, да, тогда нормально. Я видел это. Нет, я тоже видел. Я говорю, там ему 4 на пола даешь из 10 people рейда. И на... Не пульте, да, интересно, ребят. А сейчас уже мобов нет, которые сюда идут. Гена, я специально так сделал. Вот мы пароли, там у кого-то есть второй кусок, но. У всех первый был, поэтому я ставил себе. А чё, Гена, не хочешь себе эрудружку 4 куска сделать? У меня руки есть на эрудру. А, ну ладно. Ну как же, а пылесос, ну? Я релокнусь. Он какой-то кривой пылесос. Еще пыль выбирает, смотри. Сосёт плохо. Я себе макрос нарез сделал, ну, с криком разлегся, как подойдет, или надо что-то более, чтобы Гевка больше триггерился на меня. Разлегся, как недамажащая сова, о, придумал. Давайте, нам еще бока. Идите каску на дроида, пожалуйста. Согласен. Чё, кто перчатки забрал на успех? У меня остались. Очень я интересно. То есть это easy байт? Нет, почему? Если у кого-то был там второй кусок, пожалуйста. Третий, ну или четвертый.
всех первый кусок, поэтому оставился. Понятно, иллюжины снова кидают. На лут своих же. Скрин форум бан. Совы кидал. Надо макрос сделать, когда кидаешь гиру, кидает совы не. Не актуально уже. Да, уже не. Ничего, неделька будет актуальна снова. Типа нерфанут. Нет, просто знаю, как дезерон нерфит обычно до состояния, что потом за этот спек вообще играть не будет. Знаешь, почему их нерфанут настолько сильно? Потому что я уверен, что сейчас ни одна сова не будет скидывать ему логи. Он написал, что если логов не будет, у вас пофиксится. Где он это написал? Где? Дай мне тему, я ему логи скину. Я не видел просто эту тему, я думаю, тема, если я не ошибаюсь, называется «Совы и куча смайк». Я скинул тему насчет Соберите. Я ему скидывал тему там, где ну вообще. Не видел, когда ты скидывал. Там просто этих тем по совам штук 6 было. Не в тему, а как там на почту лично в руки дозерон. Да, через этот. Но он пробовал для логов. Ты окружаешь? Потому что он там ниже отвечал. Заберите моба, я долго буду бегать. Ну ты же гоблин, побег. Я побегала ножками. Раз, два, раз, два. Фитнес. Я объективный момент. Стал, чем можно. Да-да-да, Даркис, так и называет. Надо бежать к танку, а не от танка. Я вроде не то, что по танку, я просто по кругу бегу. Я не буду за тобой бегать там и забирать твоего нога. Поль, надо было еще, если знаешь... Если бы я бегала, Редбар... Я не буду бегать, тебя стилить. Редбар, если бы я не подбежала там... Редбар, как ты мне скажи, если я бегаю от танка, как я с середины оказалась в мелизоне? И бегала по кругу. Вот объясни мне этот факт. Тогда я извинюсь. Он знает, кто там бегает кругами, да? Ну да. Чё бегает? Пожалуй, фотки не все. Чё, не привезти мне пса до тоннеля? Давай. Как старые добрые. И на сову напуливай так же, как на слепце. А они сейчас все равно будут идти. На сову. Все напулы в сову. Вы что устроили? Совы злое. Просто как будто подошло. Блять, мобов повели с тоннеля, вы побежали пулей других мобов. Вообще фантазия есть у вас? Поближе ко входу упадите. 10 тысяч очков сови. Чем пусто? Может там Элбрил залагал? Ага, то есть сова перекладывает ответственность на приступ. Очень интересно. Смотри, где он лежит. Я в диване, я не могу. В диване или на диване? Попутная мразь. Блядь, из тела вышел. Ладно, шутка не зашла. Точнее, под диван. Надо будет Дезерону сказать, пусть он к этой фразе «сухопутная крыса» добавит «сухопутная летающая». Может сразу тогда сова мразь, не сухопутная мразь. Розовые петухи. Кирс, лутани вот этого. Оба. Бля, я сегодня по КД умираю просто. Давайте, это, не надо долго лежать, вставайте. Нет, я вот так заебался на дачу, что у меня вообще пихуй. Вот этого я убил, можешь лутнуть? Ярости недостаточно. Не, ну, Микс, ну, его нахуй. Еще да. Интересный вопрос. Кроме Жужика, кому-то секстант еще нужен? Да. Мне второй. Второй? С двух рук? Угу.
Я заберу, если никто выше меня брать не будет. Жены, ну вот они вот этого лоба большого. Опусти где по приору. Я это и без этого могу сделать. Мне дали мут в чате за то, что я людям слишком много отвечал минусами, когда они меня спрашивали, продаем ли мы токены на Пала, Рогу и на прочего. Было что-то похожее, когда я людям отвечал насчет какой-то пять у нас продаж. Причем это просто. Мне вот кучу людей накидали, и им пока отвечал, мне мут на 15 минут. Я им просто минус шлю всем, и все. Мне за этот минус дали мут. Дотянуться до меня может, нет? Ману отрегенерирован. Не знаю, где ты. А, могу. Дал стул, фулл столб сразу. Элбро видел, да, как тебе резко? Йод на суманите. Нет, не видно. Смотри, макрос на крик. Элбро, можешь лутануть, пожалуйста, мба, вот где звезда? Ой, блядь, начинаются вот эти вот луты. Шо, блядь? Он смотрит три тарашишки. Половину сопрот он сейчас оттуда вытащил. Миш, с миксологии 250. А так 188. Господи, он исчез, нет. Ищи про товар. Ой, ты же не позорил про товар. Только за СПД, сколько любая другая профа. Сколько она давала раньше, да. Сколько же, как и другая пропала. Помехи какие-то в дискорде. Я пока не могу использовать эту способность. Тихо, в дискорде стоит. Нет. Вы если вот это шумоподавление включаете, то вас тише слышно. Может из-за этого? Или Войд просто слишком старый стал, плохо слышит. Что, сейчас справитесь с пачкой мобов? Обязательно. Да, давай. Рейды как отваливаются, но мы все равно справимся. Давай, тащи. Чё, туда надо? Там же не впервые карасили. Слишком далеко. Во всех подкупил. Ну вам повезло, один тут упал. Вот чисто шапка на сову выпала. Шляпа с меткой преступника. Так, с первого по четвертую группу, кто хочет уступить слот? Я.
Так, Мумикадзе меняю на Байера. Зачем спрашивать каждый раз? Проверка связи. Зараза. Слишком далеко.